Открывая книги ведической культуры, мы попадаем в удивительный мир. Трудно бывает поверить прочитанному, ведь древние манускрипты сообщают нам о достижениях величайшей цивилизации, о технологиях, которым позавидовал бы современный мир. Что это была за культура, по уровню развития намного превосходящая нашу? Есть ли какие-либо свидетельства, подтверждающие факт ее существования? Санскритские произведения ведической Индии являют массу потрясающих свидетельств местонахождения изначальной колыбели человечества. Древние тексты Индии десятилетиями лежали под сукном классической науки. Все дело в том, что веды прямо бросают вызов теории постепенной эволюции. Именно поэтому академическая наука причисляет тексты вед к мифологии. Согласно ведическим летописям, Земля населена разумными людьми уже в течение миллионов лет. Технические достижения, существовавшие на Земле тысячелетия назад, далеко превосходили современные, а многие древние культуры, неизвестные современным историкам, были намного более цивилизованными, чем культура нашего времени. Сегодня подробно изученные факты свидетельствуют, что человечество на миллионы лет старше, чем допускает эволюционная теория. Согласно классической теории, первые родственники человека были обезьяноподобными существами. Появились они на Земле примерно 25 миллионов лет назад. Те, кто мог ходить прямо, появились 20 миллионов лет спустя. По мнению ученых-классиков, в то время никаких сложных цивилизаций быть не могло, ведь современный человек, Homo sapiens, похожий на нас с вами, появился сравнительно недавно, примерно 100 тысяч лет назад. В феврале 1998 года по американскому национальному телевидению был показан революционный документальный фильм «Таинственное происхождение человека». Миллионам людей стало известно о находках в штате Невада сложных изделий современного человека возрастом 50 миллионов лет. Среди артефактов находятся следы современного человека, оставленные в эпоху динозавров. Они совершенно идентичны следам, которые оставляем мы с вами. Археологами был также найден окаменевший палец современного человека, которому 130 миллионов лет. В 1852 году бостонские строители обнаружили нечто необыкновенное. На глубине 5 метров в каменном слое возрастом полмиллиарда лет они обнаружили металлическую вазу с рисунком в виде цветов. Подобных аномальных находок великое множество. Большая их часть была подробно изучена и описана в книге Майкла Крэма и Ричарда Томпсона «Неизвестная история человечества». Порой древние тексты, которые многие считали выдумкой, оказываются историческими свидетельствами. Это произошло в частности с библейскими повествованиями. До того, как раскопки подтвердили события и географические места, описанные в Библии, ученые считали ее лишь сборником легенд. Сегодня они признают, что евреи действительно жили в рабстве у фараона Рамзеса, статуя которого была найдена. То же самое можно сказать и о гомеровских «Илиаде» и «Одиссее», которые считались не более чем мифом, пока Генрих Шлиман в XIX веке не разыскал знаменитую Трою на территории Турции. В первой половине 20-го столетия раскопки в Ираке под руководством немецкого ученого Леонарда Вулли явили миру свидетельство реального существования древнего города Ур, дотоле считавшегося вымышленным. В Дании было обнаружено мифическое судно викингов длиной 35 метров. До этого ученые не могли допустить, что корабли-гиганты, о которых говорилось в скандинавских сагах, действительно существовали на Земле. До 2000 года не было никаких фактических свидетельств существования египетских городов Канопуса и Гераклиона, рассказы о которых считались лишь легендами, пока их руины не были найдены на дне Средиземного моря. Города обнаружил французский исследователь Годио после долгих месяцев изнурительных поисков на глубине до 10 метров. Археологам удалось поднять на поверхность полутораметровую статую богини Изиды из черного гранита, отдельные фрагменты скульптур, саркофагов и золотые монеты. Современные люди предпочитают искать свои исторические корни в древней культуре Средиземноморья и Месопотамии, тогда как Индия представляется им чем-то чуждым. Положение усугубляет и то обстоятельство, что Индия никогда не придавала большого значения историографии, просто потому, что интерес ее мудрецов лежал главным образом в области духовных и философских изысканий. Более того, ученым ведической древности было известно, что история развивается циклически, а не линейно, и потому они вносили в свои летописи только тех людей и события, которые способствовали духовному прогрессу человечества. В попытках определить дату рождения вед, ученые сделали вывод, что веды говорят об исторических фактах намного более древних, чем сами веды. 1786 году санскритолог Уильям Джонс официально заявил, что обнаружил общность санскрита со многими европейскими языками, включая греческий и латинский. Причем своим совершенством санскрит превосходил все иные. Это привело к появлению теории, что именно санскрит является матерью всех индоевропейских языков. Предположение про языке породило мнение о существовании некой древней расы, которая на этом языке говорила. Так возникла теория ариев, неких белолицых предков европейцев, которые якобы перенесли свою культуру на территорию Индии. По иронии судьбы, эта теория сыграла не последнюю роль в появлении нацизма, ведь именно Гитлер объявил немцев истинными потомками первых ариев. Позднее термин «арийский» заменили на «индоевропейский». Несмотря на старания лингвистов, про язык и среда его распространения до сих пор остаются загадкой. Как же было дело? Действительно ли арии вторглись в Индию, или Индия была их родиной, а оттуда их язык и культура распространились по миру и породили остальные языки? Теория арийского вторжения была создана под воздействием колониальных настроений Европы XIX века. Тем самым английский колониальный режим хотел оправдать свою захватническую политику. Но эта теория не получила археологического подтверждения. Ведические источники сообщают, что знание вед предназначено для ариев. Но кто же такие арии? Веды сами отвечают на этот вопрос. Арии – не биологический вид и не раса. В переводе с санскрита слово «арий» – это тот, кто стремится к совершенству. До 20-х годов прошлого столетия археологические свидетельства о Древней Индии практически отсутствовали. Но в 1920 году археологи сделали научное открытие, обнаружив два древних города – Харапу и Мохенджо-Даро на территории современного Пакистана. Находка 5000-летней давности доказала, что в этих местах существовала высокоразвитая цивилизация и уже веками устоявшаяся культура. Найденные артефакты сообщают, что культура эта принадлежала исключительно Индии и не была привнесена извне. Города были построены настолько совершенно, что воспроизвести подобное удалось только римлянам 2000 лет спустя. Каждый жилой квартал разделялся сетью улиц, расположенных строго с севера на юг и с запада на восток. К ним прилегали дороги и аллеи, соединяющие районы с главными артериями города. Улицы вели от городских ворот в сердце города, красиво разделяя его на кварталы. В Харапе многие дома были двухэтажными, с открытыми внутренними дворами, жилыми комнатами, ваннами с водонепроницаемыми полами и уборными. Большинство зданий были соединены со сложной городской канализационной сетью, а значит, в городе действовала хорошо организованная административная служба. Для того, чтобы возводить подобные города, требовались невероятные для того времени познания в математике и геометрии. Эта культура, занимающая по площади 650 тысяч квадратных километров, превосходила своим размером площадь египетской и шумерской цивилизации вместе взятых. Позднее раскопки в Мергархе отодвинули возраст этой культуры еще на 3500 лет назад, в 7-е тысячелетие до нашей эры. Ввиду влажного тропического климата Индия почти не сохранила письменных свидетельств своей древней ведической культуры. Индийцы, в отличие от многих других народов, как правило, не хоронят умерших, а подвергают кремации. А потому археологи почти не находят древних захоронений на территории Индостана. При раскопках в долине Инда были обнаружены останки людей, которые, как выяснилось, погибли от природных катаклизмов. Аристовул, соратник Александра Македонского, придя в IV веке до н.э. в долину Инда, увидел там мертвые города, лишенные людей, которые покинули их, когда Инд внезапно изменил свое русло. Как и когда возникла письменность? Наука до сих пор не дала убедительного ответа на этот вопрос. С египетских усыпальниц сняли иероглифические надписи, датируемые 4-м тысячелетием до н.э. Столь же древние надписи были обнаружены при раскопках шумерской цивилизации и долины Инда. Что же касается языка вед санскрита, то ученые отмечают, что веды написаны на разных формах санскрита, из чего логически следует, что описания, видимо, были составлены в разное время. Например, язык Ригведы должен был пройти 5 этапов эволюции, прежде чем стать языком Упанишат. Однако представители ведической традиции утверждают, что знание вед намного более древнее, чем сам язык в его различных формах. Первоначально же Веды излагались в устной форме. К удивительной традиции дословного запоминания ведического знания не гипотеза, а доказанный факт. Даже в современной Индии есть школы, где ученики заучивают материал дословно, не допуская ошибок в произношении и ударении. Оригиналы Вед, конечно же, не сохранились. Они писались на пальмовых листах, которые быстро разрушаются в индийском климате. Самые древние рукописи датируются первым тысячелетием до нашей эры. Но что удивительно, благодаря традиции точной передачи знания, большинство этих рукописей совпадают с текстами, которые были написаны намного позднее, в XVIII веке нашей эры, когда в Индию мусульманами была занесена бумага. Как правило, под цивилизацией мы понимаем жизнь в городах, с их сложной инфраструктурой, экономикой и внушительными постройками. Однако по ведическим меркам технические достижения – лишь внешняя сторона дела. Согласно ведическим стандартам, научно-технический прогресс отнюдь не является достаточным условием для того, чтобы общество считалось цивилизованным. В цивилизованном обществе должна существовать правильная основа миропонимания, представление о природе вечного «я», о предназначении и происхождении Вселенной. Признаком развитой цивилизации, как принято считать на Западе, является владение письмом. Не обнаружив в какой-либо древней культуре наличие письменности, наука смело относит ее к разряду примитивных. Однако история свидетельствует об обратном. В античной Греции чтецы были способны запоминать наизусть сотни тысяч стихов. Благодаря этой устной традиции до нас дошли Илиада и Одиссея. Древние ведические брахманы, услышав материал только раз, могли запомнить и дословно воспроизвести его. Веды утверждают, что необходимость хранения знания в письменных источниках свидетельствует не о прогрессе человечества, а о его деградации. Даже гении от науки знали, что идеи рождаются не столько на бумаге, сколько в образном мышлении. Альберт Эйнштейн, например, делал свои открытия, воображая себя скользящим на луче света или роняя монету в опускающемся лифте. Обширные исследования в области когнивистики, науки о мышлении, свидетельствуют, что люди мыслят скорее символами, чем словами. Но не только забытая ведическая культура преуменьшала ценность письма. Сократ пересказал Платону древнюю египетскую легенду, из которой следует, что жители долины Нила невысоко ценили письменность. Как-то в Навкратисе в Египте жил один из древних богов. Сей бог по имени Тот даровал фараонам тех времен письменность, полагая, что она обогатит память египтян. Но фараон не согласился и сказал, что это изобретение сделает души лишь более забывчивыми. Полагаясь на письменные знаки, они утратят память. Даже если нам удастся определить дату возникновения ведических текстов, мы не сможем найти истоки самого знания, ведь тексты – лишь средство передачи информации. Возраст ведической истории исчисляется миллионами и миллиардами лет. Именно тогда, как говорят веды, с возникновения космоса и началась их устная традиция. Изначально существовала только одна веда, которая передавалась из устно. А позднее, 5000 лет назад, когда людской интеллект ослабел и началась деградация человечества, изначальная веда была записана мудрецом Вьясой в виде 4 текстов и приложений к ним, понятных даже людям небольшого разума. Несмотря на то, что наука уже не первое столетие изучает Древний Египет, Шумер и Центральную Америку, знание о происхождении этих древних культур весьма туманное. На данный момент официальная доктрина гласит, что ранее 4-го тысячелетия до нашей эры существовали только примитивные земледельческие колонии, а 10 тысяч лет назад промысел у людей ограничивался только охотой и собирательством. Согласно официальным учебникам, египетская цивилизация зародилась незадолго до начала 3-го тысячелетия до нашей эры. До этого существовали только простые земледельческие культуры нового каменного века. Внезапный расцвет египетской цивилизации наводит на мысль, что она возникла на почве еще более древней великой культуры. Египетские папирусы и записи на камне сообщают о неком таинственном периоде, когда могущественные существа бороздили небо на воздушных кораблях и основали династию фараонов. Египетский жрец Манифон сообщает о хронологии царей Египта, правящих 25 тысяч лет. Однако определить, существовала ли на территории Египта сложная цивилизация в додинастический период, сейчас почти невозможно. Раскопки в заболоченной и кишащей малярийными комарами долине Нила крайне сложны. За 10 тысяч лет с начала неолита дельта Нила покрылась примерно 8 метрами речного грунта. Кроме того, Нил частично поменял свое русло, и большая часть густонаселенных в древности берегов Египта теперь скрыта под водой. В начале 8-го тысячелетия до нашей эры Средиземное море быстро поднялось на 60 метров. Морское побережье с расположенными на нем поселениями погрузилось в море. Весьма вероятно, что представляющие археологическую ценность древние города прячутся под многометровым слоем ила, под водами Средиземного моря или под движущимися песками пустыней. Тоже можно сказать и о цивилизации Шумера. В Шумере внезапно появилась письменность, математика, металлургия и астрономия. Еще недавно Шумер считался колыбелью цивилизации, но новая находка города Тель-Хамуакар показала, что независимо от Шумера в ту же эпоху существовали высокоразвитые культуры. В Южной Америке самому древнему городу альмеков 3500 лет. К тому времени индейцы уже были прекрасными инженерами, хотя с точки зрения археологии цивилизация альмеков появилась неожиданно и в довольно развитой форме. Археологи не наблюдали никаких плавных и продолжительных этапов ее становления. Каким образом вчерашние скотоводы так быстро научились вырезать из базальта 20-тонные головы и транспортировать их на расстояние в 100 километров, а также создавать сложные календари? Этот мистический скачок в развитии древних культур был столь стремителен, что по допущению некоторых ученых здесь не обошлось без какой-то высокоразвитой материнской цивилизации. Иными словами, культуры Египта, Шумера и Центральной Америки могли быть привнесены извне. Одна из теорий говорит о пропавшей Атлантиде, хотя на морском дне никаких ее признаков до сих пор не обнаружено. Однако древние письмена Индии вновь и вновь напоминают о существовании высочайшей всемирной цивилизации. Согласно версии Пуран, 5000 лет назад на всей планете преобладала ведическая культура. Ведический царь правил целым миром со своего престола в Хастинапуре, нынешнем Дели. Вассальные правители государств хранили ему верность и платили подать. После великого сражения на Курукшетре, в котором принимали участие все цари мира, всеобъемлющая ведическая культура стала клониться к закату и стремительно терять свою гегемонию. После чего планета была поделена на страны. Согласно литературным источникам, после окончания Великой битвы 5000 лет назад период правления всемирных монархов практически подошел к концу. В современном мире понятие о нашем «я» весьма размыто и туманно. Однако ответ на вопрос «кто я» лежал в основе древнеиндийской цивилизации. Какова же природа нашего сознания? Мы понимаем, что не являемся ни своей рукой, ни ногой, ни головой. Организм человека состоит из 60 триллионов клеток, и все они обновляются каждые 7-10 лет. Однако наше «я» остается неизменным. Кто же этот неизменный некто? Мы также можем почувствовать, что отличны от мыслей и желаний нашего ума и способны наблюдать их со стороны. То есть мы отличны не только от физического тела, но и от собственных мыслей. Как одно солнце освещает всю Вселенную, так и воплощенное живое существо одно озаряет сознанием все тело. Веды учат, что не познав себя, невозможно постичь мироздание. Деятельность тела и ума отлична от деятельности самой души, хотя берет свое начало из ее энергии. Бхагавадгита дает краткую, но точную характеристику атме, душе. Она вечная, всегда существующая и изначальная. Оставаясь неизменной, она сохраняет свою изначальную природу. Современные ученые делают безуспешные попытки подтвердить существование души, пользуясь материальными средствами, такими как скальпель, микроскоп или сканер. Не достигнув положительного результата, они заявляют, что души не существует. Но даже в своих научных изысканиях ученые порой признают существование тех или иных объектов на основании лишь их косвенных признаков. Взять, к примеру, электрон. Его никто никогда не видел. Можно наблюдать лишь полоску конденсата, оставленную им. Несмотря на уверенность многих ученых в том, что все процессы в биосистеме представляют собой лишь следствие взаимодействия мертвой материи, никто из них до сих пор не смог доказать, что жизнь возникает сама по себе, вследствие лишь физико-химических реакций. Нобелевский лауреат Юджин Вигнер утверждает, что вероятность такого сценария равна нулю. Гаральд Клейн, директор Американской национальной академии, заявил: даже простейшая бактерия с точки зрения химии устроена так дьявольски сложно, что невозможно представить себе, как она могла возникнуть. академик Опарин, а впоследствии Стэнли Миллер, в стеклянной колбе воссоздали атмосферу, якобы изначальную присутствующую на Земле, и, пропуская через нее электрический ток, произвели аминокислоты, входящие в состав белков. Тем самым они получили строительный материал для простейших живых организмов, однако создать саму жизнь им так и не удалось. Тексты вед утверждают, что материальными методами душу обнаружить невозможно. Однако убедиться в ее существовании нам помогает здравый смысл. В мертвом теле отсутствует сила, заставляющая организм формироваться. В отсутствии этой энергии ребенок появляется на свет мертвым. Многочисленные случаи клинической смерти бросают вызов мнению о том, что смерть является абсолютным концом. Благодаря наличию тонкого астрального тела, пациент, находящийся без сознания, может покидать свое физическое тело и парить над операционным столом, наблюдая за действиями реаниматоров. Душа человека использует тонкое тело в качестве невидимого средства передвижения в пространстве. Этим же можно объяснить феномен призраков, существ, имеющих тонкое тело, но лишенных грубого. Каждая индивидуальная душа покрыта двумя внешними оболочками – грубым телом, состоящим из 5 грубых элементов, и тонким, состоящим из 3 тонких элементов. Душа же находится внутри этих грубых и тонких тел. Реинкарнация является одним из базисных постулатов в религиях Индии, буддизме, джайнизме, а также в египетском и греческом политеизме. Но упоминание о реинкарнации можно обнаружить даже в семитических религиях – иудаизме, христианстве и исламе, хотя идея перевоплощения не находит в них официального признания. Для христиан первых поколений концепция реинкарнации существовала наряду с другими. Ее разделяли такие отцы церкви, как Климент Александрийский, Григорий Низкий, Арноби и святой Иероним. Идея реинкарнации была тесно связана с именем Оригена, одного из выдающихся богословов раннего христианства. Однако через 300 лет после кончины Оригена его идеи, в том числе реинкарнация, были осуждены Пятым Вселенским собором как еретические. Правда, объективность решения собора вызывает у теологов большие сомнения. Собор был создан в силу политических причин. И, собрав в одну вязанку гностицизм, учение Оригена, реинкарнацию и многообразные ереси того времени, разом наложил на все табу. Есть версии, что преданий анафеме на самом деле не было. И известно, что римский папа Вигилий, несогласный с происходящим, не видел основания для суда над Оригеном. Согласно католической энциклопедии, учение Оригена имеет много общего с платонизмом, иудейским мистицизмом и учением ведических мудрецов. Учение о перерождении души было известно еще в Древнем Египте, то есть со 2-го тысячелетия до нашей эры. По словам Геродота, египтяне переняли это учение от индийцев и затем развивали его самостоятельно. Египтяне знали, что у человека есть несколько тел – физическое, тонкое и духовное. Физическое тело называлось кхат, подверженное тлению, и именно его подвергали мумификации. Тонкая оболочка, именуемая ка, может перемещаться независимо от физического тела, а душа, отличная от грубого и тонкого тел, призвана жить в раю. Люди испокон веков бальзамировали тела фараонов и великих вождей. Не всем, однако, известно, что в специальном растворе ученые хранят мозг Эйнштейна, надеясь отыскать концы неуловимого сознания. Канадский нейрохирург Пенфилд, экспериментируя на мозге, выяснил, какие участки его коры отвечают за те или иные функции жизнедеятельности организма. Стимулируя височные области, Пенфилд вызывал у пациента яркие переживания, уносящие его в прошлое. Но что интересно, пациент при этом наблюдал происходящее со стороны, оставаясь индивидуальным наблюдателем и понимая, что лежит на операционном столе. В конце своей жизни Пенфилд подвел итог. Мозг всего лишь компьютер, но его программирует некто, находящийся вне его. Долгое время считалось, что нервные клетки могут только погибать и не подлежат восстановлению. Этой так называемой стабильностью мозга объяснялся феномен памяти. Однако недавно было установлено, что нейроны, ответственные за память, постоянно образуются в отделе мозга под названием гиппокамп, а также в самой коре. Это значит, что память не настолько зависит от мозга как такового, как считалось ранее. Может ли сознание существовать без центральной нервной системы? Есть примеры людей, в черепной коробке которых присутствует только 5% обычного объема головного мозга. Их черепа можно буквально просветить насквозь лучом света, при этом коэффициент их интеллектуальности превышает 100%. Является ли сознание производным какой-либо физической системы? Оригинальные ведические тексты утверждают, что сознание – явление нематериальное, не образованное физическими компонентами, будь то атомы, молекулы или волны. Традиционный западный подход гласит: материя порождает сознание, и это мировоззрение лежит в основе большинства взглядов. Однако из вет мы узнаем, что сознание, напротив, первично по отношению к материи и является причиной всего происходящего. Американский психолог и нобелевский лауреат Роджер Сперри говорит, что наш мир движим двумя видами причинности – нисходящей и восходящей. Нисходящая причинность – это привычная западному человеку идея, что микроскопические взаимодействия на молекулярном уровне приводят к изменениям на макроуровне. Молекулы газа приводят в движение поршень, и автомобиль выезжает на дорогу. Иными словами, причиной видимых глазом явлений служит взаимодействие мельчайших частиц. Нисходящая причинность основана на обратном принципе. Именно нисходящая причинность, согласно ведам, лежит в основе бытия. Двигатель автомобиля заводится, и машина выезжает на дорогу только потому, что сам человек решил нанести визит родственникам. Именно сознание индивидуума порождает сложную цепь действий и последствий, как на макро, так и на микроуровнях. Веды говорят, что все происходящее на микро- и макроуровнях созидается и активируется благодаря сознанию души. Жизненные процессы в теле протекают благодаря энергии индивидуальной души, тогда как законы природы функционируют благодаря сверхсознанию высшей души или параматмы. Недавно было сделано сенсационное открытие, еще не успевшее войти в книги и учебники по истории Индии. Оказывается, считавшаяся мифической гигантская река Сарасвати, о которой говорится в Ведах, действительно существовала. Ригведа называет Сарасвати главной рекой, на берегах которой жили и поклонялись миллионы людей. Однако на современных картах ее не существует. Современная спутниковая система Landsat позволила археологам сделать несколько открытий. В частности, из космоса были обнаружены два поколения китайской стены, руины цивилизации майя в джунглях Юкатана и древние сооружения в Междуречье. Также были найдены высохшие русла рек в Сахаре, похороненные под 5-метровым слоем песка. В 1986 году новый французский спутник «Спот» обнаружил отчетливые очертания русла Сарасвати, которая текла к западу от современного Дели. В районе Пенджаба ее ширина достигала почти 20 километров. Что интересно, ученые отыскали вдоль ее русла более 1000 древних городов, напоминающих Харапу и Мохенджо-Даро. В результате была открыта цивилизация, которая получила название «Цивилизация Сарасвати и Инда». Было установлено, что Сарасвати исчезла в конце второго тысячелетия до нашей эры. Углеродный анализ определил возраст городов, который датировался третьим тысячелетием до нашей эры. Веды описывают паломничество Шри Баларамы против течения Сарасвати с описанием мест, расположенных вдоль ее русла. Это значит, что ведические тексты описывают географию Индии, какой она была 5000 лет назад. А значит, и народ Индии с их высокоразвитой культурой существовал уже в то время. И тогда же существовали веды в письменной или устной форме. Уже несколько веков ученым известно о существовании древних мореходных карт, но их считали неточными и не придавали им большого значения. Однако в середине 20-го столетия выпускник Гарварда Хабгуд, изучая средневековую карту турецкого адмирала Пири Рейса, составленную в 1512 году, обнаружил, что та изображает северное побережье Антарктики, хотя последняя была открыта лишь 300 лет спустя, в начале 19 столетия. Но еще более удивительным было то обстоятельство, что карта четко отображала черты континента, свободного ото льда, чего в те времена не мог знать никто. Антарктида, по мнению ученых, покрылась ледником около 35 миллионов лет назад. Но какие люди в те времена могли наблюдать континент без ледяной шапки? Изучив выводы Хабгуда, эксперты ВВС США нашли их вполне обоснованными и допустили, что береговая линия континента была нанесена на карту до того, как лед закрыл сушу. Ледяной покров в той части континента толщиной более километра, но детали карты во многом соответствуют результатам исследований сейсмического профиля, проведенного шведско-британской экспедицией в 1949 году. Пири Рейс был реальной исторической фигурой, и данные для составления своей карты он почерпнул из источников IV века до нашей эры. Помимо этой была найдена карта Аронта Финейского 1531 года, на которой изображена не только земля королевы Мод, но и поразительно точные детали гор, дельты рек и бухт в нескольких других областях. Французский историк Филипп Бюше представил свою карту Антарктики, свободной ото льда. В 1958 году, когда люди наконец смогли просканировать всю подледную поверхность Антарктики, детали его карты были подтверждены. Бюше, к примеру, показал на своей карте открытый водный путь через весь континент, разделяющий материк на два массива. Как это ни удивительно, сейсмическая разведка 1958 года показала, что материк действительно представляет собой архипелаг из больших островов, разделенных полосой льда толщиной в милю. Однако выводы ученых свидетельствуют, что водные пути были свободны от льда миллионы лет назад. Откуда же в то время могли взяться люди, чтобы отобразить их на карте? Чтобы составить даже одну из таких карт, древние картографы должны были обладать обширными математическими и географическими познаниями. Профессор Стрэчен из Массачусетского университета утверждает, что древние картографы должны были владеть методами сферической тригонометрии и знать о сферической форме Земли. Широту и долготу они отображают с потрясающей точностью. Как это было возможно, если даже западная цивилизация не умела определять долготу до 1720 года, когда был изобретен хронометр? Но карты, появившиеся до изобретения хронометра, основывались на еще более древних своих предшественницах. Хабгуд делает вывод, что некогда на Земле существовала цивилизация высокого уровня, сконцентрированная в одном регионе и поддерживающая связь со всем миром. В том, что касается навигации и составления карт, она превосходила любую известную культуру до 18 столетия нашей эры. Как нетрудно в это поверить, но согласно ведам, жизнь в ее бесчисленных формах присутствует в каждом уголке Вселенной. К примеру, на Луне, Марсе и даже на Солнце, где человек существовать не может. Но точно так же людям не свойственно жить, например, в воде, однако эта стихия густо населена другими живыми существами. Мы не всегда можем видеть их, но лишь потому, что разрешающая способность наших органов чувств и приборов не предоставляет нам такой возможности. Веды сообщают, что в зависимости от среды обитания тела жителей той или иной планеты могут быть жидкими, газообразными, сотканными из радиации или эфира. Даже на Земле найдены существа, тела которых принципиально отличаются от привычных нам. Еще совсем недавно считалось, что недра Земли непригодны для жизни. Но на глубине более 3 километров, где температура доходит до 75 градусов Цельсия, найдены бактерии-экстремофилы. Самым теплолюбивым оказался гипертермофил, обитающие в расщелинах подводных вулканов. Оптимальная температура для их размножения составляет 105 градусов по Цельсию, хотя способность к репродукции сохраняется и при 113 градусах. На другой конец температурной шкалы можно поместить недавно открытых психрофилов, розовых червей, живущих на больших глубинах в слоях метанового льда при очень низких температурах. Был также обнаружен организм, который вместо кислорода дышит азотом и питается серой. Согласно науке, без солнечного света не может обходиться ничто живое. Но на глубине 3600 метров под льдом Антарктики были обнаружены колонии микробов, которые живут в абсолютной тьме и низкой температуре. Экзотические микроорганизмы, живущие на Земле, и впрямь достойны удивления. Но возникает вопрос, существуют ли во Вселенной макроформы, подобные человеку? И здесь к нам на помощь приходят веды. Их тексты полны описаний разумных форм жизни, населяющих Вселенную. Некоторые из них похожи на человека, некоторые нет. Тема межпланетных контактов интересовала людей с незапамятных времен. Оказывается, по утверждению вед, жизнь бурлит не только на Земле. Мы далеко не одиноки в необъятных просторах космоса. Полагаясь на наши чувства и созданные с их помощью приборы, мы чрезвычайно ограничены в постижении Вселенной. Много ли мы сможем узнать о жизни на других планетах и звездах даже в нашей галактике? Если даже нам удастся сконструировать корабль в 10 раз мощнее современных, то нам понадобится 3000 лет, чтобы долететь до ближайшей звезды Альфа Центавры со скоростью 2500 км в секунду. Существуют ли иные измерения пространства и времени? Веды так описывают космос. Разумная жизнь существует и на других планетах. Уровень иных цивилизаций часто превышает таковой на Земле. Во Вселенной происходят постоянные межпланетные контакты. Ранние земные культуры постоянно сообщались с представителями инопланетных цивилизаций. Не все инопланетяне имеют благие намерения. Отдельные области Вселенной заселены агрессивными демоническими существами. Условия существования и продолжительность жизни высших существ немыслимо превосходят человеческие. Вселенные многочисленны и разнообразны, и отделены друг от друга слоями грубой и тонкой материи. Веды также описывают высшие миры, лежащие за пределами влияния материи, миры чистого духовного сознания. Именно этот трансцендентный мир является источником нашего бренного мира и конечным пристанищем тех, кто следует по духовному пути. Прежде чем обсуждать космологические познания древних, разберемся, много ли известно о Вселенной ученым сегодняшнего дня. Большинство астрономов пришло к выводу, что космическое пространство не менее чем на 90%, а то и на 99% состоит из невидимых объектов и частиц, темной материи. Иными словами, Вселенная познана нами в лучшем случае на 10%. Не менее 10% звезд галактики имеют свои планеты-спутники. На одном только Млечном пути насчитывается 10 миллиардов планет. Никто не знает, как они выглядят. Увидеть их невозможно. Их наличие вычислено по поведению материнских звезд. Отдельные ученые утверждают, что Земля не единственная обитаемая планета. В 2010 году планируется запуск специального спутника, главная цель которого – поиск признаков жизни во Вселенной. Шумерская цивилизация – конец 4-го тысячелетия до нашей эры. Откуда шумеры знали о небесных телах невидимых Земли? В древнем аккадском тексте Атрахасисе говорится о межпланетных контактах. Ученый Захария Ситчин, изучающий шумерские манускрипты, обнаружил, что в них сообщается о наличии воды на планете Нептун. Через несколько лет после этого сообщения исследования космического аппарата Voyager 2 подтвердили, что на Нептуне действительно много воды. Прежде ученые считали, что Нептун состоит из газа. Также по косвенным признакам астрономы обнаружили гигантское небесное тело за планетой Плутона, который, по убеждению ряда ученых, является громадной планетой Нибиру, как ее называет шумерский текст. Перенесемся в Западную Африку. Здесь, в Мали, обитает загадочное племя дагонов. Ученые сделали ошеломляющее открытие. Оказалось, что дагоны располагают знанием о невидимых звездах. Как и в ведической культуре, дагоны испокон веков передавали свою мудрость потомкам в устной традиции. Изначально, как рассказывают сами дагоны, науку о звездах тысячи лет назад они получили от существ из звездной системы Сириуса. Множество столетий дагоны поклоняются этим пришельцам, обучившим их божественному знанию. Жителям племени давно известно, что планеты вращаются вокруг Солнца, что у Сатурна есть кольца, а у Юпитера луны. Задолго до современных ученых они знали, что Сириус, который дагоны называют звездой собаки, является двойной звездой. Сириус А можно видеть невооруженным глазом в ночном небе, а его карликовый спутник Сириус Б виден только с помощью современного телескопа. Без помощи телескопа нельзя увидеть также кольца Сатурна. В 1931 году французский антрополог Марсель Гриюль вошел в такое доверие к вождям племени, что долгое время, живя среди дагонов, был посвящен в их тайные знания. В конце концов, пройдя 4 уровня посвящения, Гриюль, к своему изумлению, получил знания теологии, столь обширные и многогранные, что сравнил их с трактатом «Сумма теологии» Фомы Аквинского. С помощью древних ритуальных предметов дагоны раз в 50 лет совершают особую церемонию. 50 лет – это время, за которое Сириус Б совершает один виток вокруг Сириуса А. Дагонам была известна и третья звезда в составе Сириуса – Сириус С. В 1995 году французские астрономы после 8-летних наблюдений за поведением Сириуса пришли к выводу о существовании третьей звезды – красного карлика. Стоунхендж. Этот знаменитый мегалит в Англии считается сооружением, предназначенным для астрономических расчетов. Первым постройкам Стоунхенджа не менее 5000 лет. Каким образом примитивные варвары, которые, по мнению ученых, населяли Землю в те времена, могли создать точный астрономический прибор, определяющий положение Солнца и Луны? Мегалит явно свидетельствует, что строители Стоунхенджа были прекрасными геометрами и обладали глубокими познаниями. Даже античные культуры восхищались астрономическими и математическими познаниями египтян. Платон в IV веке до нашей эры говорил, что египетские жрецы уже 10 тысяч лет наблюдают за звездами. Геродот сообщает поразительную информацию. В то время египтяне уверяли, что солнце уже дважды вставало в противоположных восходу точках. Иными словами, оно всходило дважды там, где сейчас садится, а также зашло дважды там, где сейчас восходит. О чем это может говорить, как и не о полном обороте небосвода? 360-градусный оборот небесной сферы составляет так называемый прецессионный цикл, равный примерно 26 тысячам лет. Иными словами, Геродот говорит, что Древний Египет был свидетелем 1,5 прецессионного цикла, что составляет почти 39 тысяч лет. Пирамида Гиза свидетельствует об удивительно точных познаниях египтян. Великая пирамида безошибочно сориентирована на стороны света. Периметр Великой пирамиды составляет 921,453 метра, что соответствует половине минуты географической широты экватора. Это значит, что периметр пирамиды соотносится к длине окружности экватора в соотношении 1 к 43 200. Следовательно, периметр пирамиды – это не что иное, как длина экватора в масштабе 1 к 43 200. Такой масштаб выбран по той причине, что в 24 часах 86 400 секунд. Но совпадения на этом не кончаются. Высота пирамиды, которая составляет 46,59 метра, умноженная на 43 200, дает длину земного полярного радиуса, то есть расстояние от центра Земли до Северного полюса. Насколько же верно это совпадение? Разделим величину полярного радиуса Земли на 43 200 и получим 147,15 метра, тогда как высота пирамиды 146,59 метра. Погрешность составляет не более 0,5%. Но это еще не все. Великая пирамида расположена в самом центре самого большого участка суши на планете. Это значит, что Великая пирамида была проекцией северного полушария на 4 треугольные плоскости в масштабе 1 к 43 200, где вершина символизирует Северный полюс, а периметр – экватор Земли. Вавилонские письмена описывают затмение планет за период в 31 тысячу лет. Философ Ямлих, живший в III веке, основываясь на работах Гиппарха, утверждает, что ассирийцы проводили астрономические наблюдения на протяжении 270 тысяч лет и засвидетельствовали возвращение всех 7 планет в свои прежние положения. Точность календарей индейцев майя превосходит даже современные. Эти календари по непонятным причинам рассчитывались на тысячи лет. Астрономы майя безошибочно рассчитывали продолжительность солнечного года. Они также установили, что Венера обращается вокруг Солнца за 584 дня, по мнению современной науки, за 583,92 дня. В каком объеме и от кого унаследовали майя свои поразительные знания? Перенесемся в город Тиауанако, расположенный в Андах на территории современной Боливии. Профессор Артур Познанский, изучающий Тиауанако, определил, что знаменитые стоячие камни колосса Сая указывают на астрономические позиции. Считается, что этот комплекс был воздвигнут в 500 году нашей эры. Но Познанский, ссылаясь на астрономические расчеты, назвал ошеломляющую цифру – 15 тысяч лет до нашей эры. Ученого просто сочли сумасшедшим. Однако в 1997 году археолог Нейл Стит, применяя современные методы, практически подтвердил дату Познанского и сказал, что камни были воздвигнуты 12 тысяч лет назад. В пещере Ласка во Франции были найдены наскальные надписи и рисунки, датируемые 15 тысячелетием до нашей эры. Сегодня достоверно установлено, что рисунки представляют собой карту звездного неба, каким оно виделось 17 тысяч лет назад. На одном из изображений быка нарисована карта Плеяды в созвездии Тельца, группы звезд 7 сестер. Профессор математики из Калифорнийского университета Шейденберг после 20-летних поисков обнаружил первоисточник математики – ведические комментарии под названием Шульва-сутры. Они представляют собой техническое руководство, содержащее математические вычисления для конструирования жертвенных алтарей. Проведя анализ взаимосвязи между математическими школами Вавилона, Египта, Греции и Индии, Шейденберг пришел к выводу, что элементы древней геометрии, найденные в этих культурах, берут свое начало в системе ритуалов, описанных в Шульва-сутрах. Считалось, например, что до Эвклида геометрия не знала принципа доказательств. Однако Шейденберг отыскал в ведических шастрах доказательства площади трапеции. В античную эпоху многие придерживались циклического понимания времени. Например, древний историк Гесиод. В своих работах он описывал 5 эпох – золотую, серебряную, бронзовую, героическую и железную. Платон в своих диалогах говорит о вращающемся времени и периодических катастрофах, уничтожающих человечество. А Аристотель неоднократно высказывался, что когда-то в прошлом искусство и науки возникали уже много раз. В наше время принято считать, что человеческая культура – явление недавнее, и каждая последующая цивилизация по уровню развития превосходит свою предшественницу. Однако ведическая традиция утверждает, что время действительно циклично. Вселенная периодически рождается и уничтожается, а период ее существования делится на определенные циклы или эпохи. Их санскритские названия – Сатья, Трета, Двапара и Кали. В соответствии с ведами, в начале цикла Юг уровень знаний и культуры в обществе очень высок, но постепенно цивилизация вырождается, ее поглощают хаос и тьма. После того, как цикл достиг своей самой низкой точки, последний период вновь уступает место первому. Земля опять заселяется людьми, обладающими первозданной чистотой и удивительными познаниями, и все начинается сначала. Сатья-юга, золотой век, длится 1 728 000 лет. Это царь среди эпох. Человечество в этот век состоит из просветленных людей, посвящающих себя постижению духовного знания и аскезам. Они милосердны, дружелюбны, умиротворены, здравомыслящие и терпимы. В это время у людей была только одна веда. Интеллектуальный уровень людей был настолько высок, что в пояснительных комментариях к ведам не было никакой необходимости. Трета-юга, серебряный век. Длится 1 296 000 лет. Основным занятием людей в эту эпоху было совершение грандиозных жертвоприношений. В обществе преобладал класс браманов или ведических ученых, но поскольку уровень добродетели стал несколько ниже, возникает необходимость регулировать человеческие отношения, и в обществе появляется ведическая социальная система классов – варнашрама. Хотя люди в этот век свободны от чрезмерных страстей, мотивы людей несколько омрачены желанием престижа. Двапар-юга, бронзовый век, длится 864 000 лет. Помимо ученых-браманов, в обществе появилась прослойка администраторов и воинов. Люди соблюдают религиозные обряды поклонения в храмах и наслаждаются роскошью и богатством. В этот век в общество проникают страсть с примесями невежества, и такие пороки, как жадность, эгоизм и лицемерие, получают все большее распространение. Кали-юга, железный век, длится 432 000 лет. Это наиболее порочная из всех эпох. На данный момент с начала Кали-юги прошло около 5000 лет. Согласно ведическому трактату по астрономии Джотиша Шастри, 18 февраля 3102 года до Рождества Христова на небе произошел редкий парад планет, ознаменовавший начало Кали-юги. Незадолго до этого Шри Кришна покинул Землю, и вскоре мировая ведическая культура пришла в упадок. Компьютерные вычисления подтверждают, что расположение звезд, упомянутое в Ведах, действительно имело место 18 февраля 3102 года до нашей эры. В Железный век постепенно исчезают все оставшиеся людские добродетели. С каждым днем в людях будет все меньше религиозности, правдивости, чистоты, терпимости, сострадания, а продолжительность их жизни будет сокращаться. Физическая сила и память также будут слабеть. К окончанию эпохи Кали приблизительно через 427 000 лет люди выродятся в карликов с продолжительностью жизни не более 30 лет. Перестанет существовать даже мирская религия, а в обществе будут править воры. С закатом Железного века население, превратившееся в животных, вымрет. Останется лишь несколько добродетельных людей, которые населят Землю и положат начало очередной золотой эпохи. В зависимости от того, в какой эпохе живет человек, Веды предписывают ему определенный метод достижения духовного освобождения. В Сатья-югу предписывалась медитация, в Трета – жертвоприношение, в Двапара – поклонение в храме, а в Кали – прославление Бога с помощью звука. Веды говорят, что в эпоху Сати продолжительность жизни людей достигала 100 тысяч лет, в 3 от 10 тысяч, в 2 пара тысячи, а в Кали, соответственно, 100 годам. Разумеется, эта система далеко не соответствует современным теориям истории человечества. Однако не только ведические мудрецы, но и средиземноморские цивилизации знали, что история человечества намного старше, чем принято считать в наше время. Вавилонский историк Берос, 3 век до нашей эры, говорит, что до потопа вавилонские цари правили 432 тысячи лет. Библия, например, приводит факты продолжительности жизни человека почти в 1000 лет. Известные древние историки, такие как Гекатей, Николай Дамасский, Гесиод и другие, подтверждают, что до потопа некоторые из людей жили до 1000 лет. Хронология древних египтян, вавилонян и ассирийцев уходит в далекое неизвестное прошлое. Однако ведическая хронология намного обширнее и сложнее. Она охватывает гигантские промежутки времени. Веды сообщают, что 1000 циклов юг, то есть 4 миллиарда 320 миллионов лет, образуют один день Брахмы, высшего существа во Вселенной. С окончанием дня Брахмы во Вселенной происходит почти полное уничтожение планет. На заре Брахмы планеты вновь создаются. Если мы умножим продолжительность одного дня Брахмы на количество дней в году и далее на 100 его лет, то получим продолжительность жизни Вселенной – 311 триллионов лет. Именно столько живет Брахма. Сейчас прошло уже 5000 лет с начала Кали-юги, и мы живем примерно в полдень Брахмы. Это говорит о том, что жизнь возникла на Земле где-то 2 миллиарда 300 миллионов лет назад. Интересно, что это приблизительно соответствует возрасту наидревнейших ископаемых организмов, окаменелых водорослей, найденных палеонтологами в ганфлинских отложениях в Канаде. Традиционная парадигма западной науки гласит, что истоки человеческой цивилизации следует искать на Земле, и Земля – это единственная обитаемая планета. Однако в вопросе происхождения человека веды уводят нас в космические дали. Рик Веда сообщает о том, что во Вселенной существует межпланетное правительство во главе с Индрой, царем ариев. Еще 5000 лет назад, до наступления Кали-юги, Индра и другие космические правители, такие как Варуна и Агни, посещали Землю. Эти высшие существа наделены удивительными мистическими силами, невероятно долгой жизнью и поразительной внешностью. Их называют девы. Описывая баталии, Рик Веда повествует отнюдь не о земных, а о космических войнах между девами, богами, и дайтиями, демонами. Махабхарата повествует о том, как в древности девы вступали в союз с людьми. Сознание девов настолько могущественно, что наделяет их способностью управлять процессами материальной природы. Эти существа проживают на своих планетах с немыслимыми для людей уровнем комфорта и продолжительностью жизни. Девы имеют свою иерархию на всех этажах Вселенной. Ниже девов располагаются упадевы, или полубоги, отвечающие за второстепенные природные процессы и физиологические функции различных форм жизни. Согласно ведам, существует 33 миллиона полубогов, и все они во главе с Брахмой, Шивой и Индрой образуют вселенское правительство. Вопреки современной теории человеческой эволюции, Веды называют наиболее разумным первого жителя Вселенной – Брахму. Именно Брахма является источником разнообразных форм флоры и фауны в нашей Солнечной системе. Благодаря великому интеллекту Брахма имеет доступ к информации для проектирования и строительства Вселенной. Но он лишь второе лицо во Вселенной, получающий полномочия от Вишну, изначальной личности Бога, пребывающей за пределами материального мира и ведающего процессом творения. Еще одно могущественное существо, Шива, отвечает за процесс разрушения Вселенной в конце жизни Брахмы. Сегодня принято считать, что люди прошлого, в силу своего невежества, не способные объяснить явления природы, придумали неких богов. Так появились бог Солнца, бог Луны, бог реки и так дальше. Ученые убеждены, что Вселенной управляют не боги, а вечные фундаментальные законы, которые существуют сами по себе. Однако мало кто задумывается о Творце этих законов, о том, как они связаны между собой, и, главное, о их предназначении. Всего 4 столетия назад заявлениями природы люди видели личностей, а не бездушную механику. Древняя мудрость ведических текстов также свидетельствует, что в основе космических процессов лежит сознание, то есть разум, который по логике вещей должен находиться в чьей-то голове. Свидетельство о том, что за все природные явления и стихии отвечают высшие разумные существа, обнаруживаются в разных культурах мира. Африканец Патрик Малидома Саме, получив западное образование, вернулся в свое племя, обитающее в Западной Африке. После традиционного обряда посвящения у Саме открылась способность видеть тонких разумных существ, покровительствующих тем или иным формам жизни. Так в дереве он увидел его энергетическую форму в образе женщины. Однако ведическая культура относит культ поклонения деревьям, животным или лесным духам к примитивным верованиям. Санскритский термин «дева» неприложим к этим существам. Девы или полубоги, описанные в Ведах, есть нечто совершенно иное. Современные люди не могут видеть полубогов. Тексты Вед гласят, что в нашу эпоху, называемую Кали-югой, девы сокрыты от человеческого взора вследствие деградации жителей Земли. Чтобы вступить в общение с ними, необходимо пройти должное обучение и вести предписанный Ведами образ жизни. При углубленном и непредвзятом изучении ведических текстов исследователь неизбежно согласится, что Веды не ограничиваются так называемой мифологией и религией. Они содержат точное знание из области прикладных наук и технологий, например, описание летательных аппаратов и другой сложной военной техники. Шаблонные представления о Ведах заставляют многих игнорировать содержащиеся в них описания сложных технологий и феноменальных человеческих способностей, ведь современные люди убеждены, что по уровню технического прогресса им нет равных. Древний мир являет нам множество свидетельств технических чудес. В Южной Африке шахтеры подняли на поверхность около 200 необычных металлических шаров идеальной сферической формы с 3 параллельными насечками по окружности. Они находились в скальных породах возрастом более 2 миллиардов лет, когда, по официальному мнению науки, не существовало разумной жизни. Они настолько прочны, что их невозможно поцарапать даже острым металлическим наконечником. В их создании явно принимал участие чей-то технический гений. Доказать, что такие шары могли появиться естественным путем, в результате природных воздействий современная наука не смогла. Пирамида Хеопса сложена из 2,5 миллионов каменных блоков весом от 6 до 15 тонн. Масса пирамиды Хеопса превышает массу всех зданий исторического центра Лондона площадью 3 квадратных километра. Ученым известен только один предполагаемый метод возведения пирамид. С помощью уклонов – рамп. Считается, что рабочие затаскивали многотонные каменные блоки по наклонной рампе, и по мере того, как пирамида росла, росла и рампа. Однако строители-профессионалы подсчитали, что такая рампа должна быть 1,5 километра в длину, а на ее строительство ушло бы в 3 раза больше материала, чем на саму пирамиду. Сложно себе представить более нерациональное использование рабочей силы и материалов. Кроме того, чтобы перемещать и устанавливать камни, египтяне должны были иметь гигантский кран высотой более 150 метров. Для постройки такого крана понадобились бы исполинские деревья, которые растут только в Калифорнии. Когда-то 4 стороны пирамиды были похожи на зеркала. Они были облицованы примерно 150 тысячами отполированными до блеска каменными плитами, каждая из которых весила 16 тонн. Средняя толщина стыков между плитами составляла 1,5 миллиметра. Первые археологи не могли просунуть между плитами даже тонкое лезвие перочинного ножа. При строительстве сфинкса египтяне использовали камни весом в 200 тонн. Некоторые из них имели 9 метров в длину, более 3 в высоту и около 2,5 в ширину. Блоки были тяжелее локомотива. Необходимо отметить, что до 1970 года ни один кран не мог поднять груз весом более 100 тонн. Усыпальница или погребальная камера фараона, расположенная внутри пирамиды Хеопса, построена из 43 огромных гранитных балок, каждая весом 45 и 70 тонн. Саркофаг из красного гранита, найденный в усыпальнице, вытесан из камня настолько точно, что его внешний объем ровно в 2 раза больше внутреннего. Какими инструментами пользовались египтяне для его изготовления? Также в пирамиде Саккары найдены более 30 тысяч кварцевых и базальтовых ваз. Их горлышки настолько тонки, что туда не сможет просунуть руку даже маленький ребенок. По мнению инженеров, такие произведения искусства не способны создать даже современные мастера, вооруженные сверлами из твердосплавных материалов. С тех пор ни одна культура не достигла такого совершенства. Наука по-прежнему не располагает убедительной версией о методах изготовления этих каменных сосудов. Инженеры утверждают, что при помощи простых бронзовых инструментов выдолбить саркофаг или изготовить каменную вазу совершенно невозможно. Изучая блоки храма Долины Мертвых, американский инженер Кристофер Дан заметил, что полости в них высверлены дрелью. При этом сверло должно было погружаться в камень на 2 мм за один оборот. Никакая ручная дрель на это не способна. Даже мощные электродрели, вращающие сверло со скоростью 900 оборотов в минуту, могут углубляться в камень лишь со скоростью 0,05 мм за оборот. Значит, дрель египтян была в 500 раз мощнее современных. Инженер сделал вывод, что египтяне владели методом ультразвукового сверления, который был открыт лишь во второй половине 20-го столетия. В сочинениях арабского путешественника Масуди содержится описание того, как египтяне строили свои пирамиды. Они применяли для этого метод звуковой левитации. В процессе работы под камни клались листья папируса или бумаги с начертанными на них иероглифами. И после удара прутом блок перемещался в воздухе на расстояние полета стрелы, около 80 метров, и так постепенно они доставлялись к пирамидам. Подобные методы строительства применялись и в других древних культурах. Центральная Америка, Ушмаль, храмовый комплекс индейцев майя. Согласно легендам, храм был возведен расой карликов, владевших искусством строительства огромных зданий. Легенда говорит, что карлики, погибшие во время большого наводнения, без труда воздвигали огромные здания, перемещая тяжелые камни с помощью свиста. При строительстве храма Тьяуанако в Боливии индейцы использовали блоки весом в 440 тонн. Индейцы сообщили испанцам, что город Тьяуанако был построен задолго до инков. Таинственные строители звуком трубы заставляли камни отрываться от земли и плыть по воздуху. Основатель города по имени Виракоча, барельеф которого вырезан на вратах города, наделял камни способностью становиться легкими, словно пробка, после чего их можно было поднимать рукой. В Перу расположена древняя крепость Саксоюаман, сложенная из идеально подогнанных камней весом в 100 тонн. Один из камней весит 360 тонн, что примерно равняется массе 500 крупных легковых автомобилей. Гигантские блоки крепости Мачу-Пикчу настолько филигранно подогнаны, что в стык невозможно просунуть даже лист бумаги. Перенесемся на другую сторону Атлантики. Греческие летописцы утверждают, что древний город Фивы был построен амфионом, который передвигал огромные камни, играя на арфе. Об этом говорили Паузаний в своем описании Греции и Аполлоний в эпосе «Аргонавтика». В 1950 году один шведский инженер сообщил о наблюдениях шведского врача, посетившего один из тибетских монастырей. Врач рассказал, как монахи при помощи ритмичного пения и звуков труб на сотни метров перемещали тяжелые каменные блоки. Эти реально существовавшие ранее способности сейчас почти утрачены, хотя сведения об этом до сих пор живут в памяти монахов. Величайшее произведение Индии, Бхагавад-гита, была услышана и пересказана путем дистанционного наблюдения. Санджая, министр слепого царя Дритараштры, во всех подробностях рассказал своему правителю о том, как разворачивается битва, находясь при этом за много километров от поля сражения. Называя Веды легендами, ученые порой не подозревают, что ЦРУ и КГБ тратили миллионы долларов на разработки в области дистанционного наблюдения, феномена необъяснимого с точки зрения физических законов, времени и пространства. Московский институт передачи информации проводил эксперименты с экстрасенсами из Южной Азии, которые подробно описывали советские военные базы в удаленных уголках Советского Союза. Соединенные Штаты использовали шпионов-медиумов в слежке за ливийским лидером Муаммаром Аль-Каддафи, в поиске плутония в Северной Корее и в борьбе с наркобизнесом. В 70-х годах на службе ЦРУ состоял человек, умеющий видеть сквозь стены. Он следил за советской военной лабораторией в Сибири. Он не только обрисовал расположение зданий, но и подробно описал сборочный процесс секретного конвейера. Позднее его данные были подтверждены спутниковой съемкой. Веды содержат описание по меньшей мере 18 мистических способностей. Человек мог развить их либо благодаря йогической практике и повторению мантр, либо обладать ими с рождения. К главным мистическим силам относятся такие, как способность уменьшать тело до атомарных размеров, сохраняя при этом его структуру, способность многократно увеличивать размеры тела, мастерство левитации, способность дотягиваться до любого желаемого объекта, способность управлять стихиями природы и умение подчинять себе умы других существ. Существуют и дополнительные мистические силы, позволяющие человеку избавляться от голода, жажды и других физических беспокойств, видеть события независимо от их удаленности, принимать любой физический облик по своему желанию и выбирать время своей смерти. К мистическим способностям относятся также знания о прошлом, настоящем и будущем, умение терпеть сильную жару и холод, телепатия и способность читать мысли. Главный метод обретения этих сил, аштанга-йога, подразумевал воздержание от насилия, воровства, лжи, секса и скупости. Помимо физических и дыхательных упражнений, йог должен был жить в чистоте, аскетизме, уединении, быть спокойным и изучать веды. Веды не ставили самоцелью достижения мистических сил. Эти способности являлись лишь побочным результатом практики йогов и могли даже стать препятствием к достижению высшей цели жизни. В нынешнюю эпоху Кали, когда условия для занятий аштанга-йогой практически отсутствуют, веды предписывают повторять маха-мантру как единственное подходящее средство духовного возвышения. Лабораторные исследования в области инженерных аномалий, проводимые учеными Принстонского университета, подтвердили, что человеческий ум может воздействовать на материю. С помощью компьютера на экран выводились тысячи комбинаций игральных костей в час, а участники эксперимента умственно убеждали микрочип выдавать желаемые показатели. Результаты многочисленных попыток доказали, что ум действительно влиял на работу устройства в желаемую сторону. Изменения наблюдались даже тогда, когда участник находился на большом расстоянии от компьютера. Но еще более удивительно то, что воздействие ума наблюдалось даже когда бросание электронных костей происходило спустя немалый промежуток времени после загадывания цифры. Таким образом, было доказано, что сила сознания имеет реальное воздействие на материю и может свободно перемещаться во времени и пространстве. Психокинез. Так называется способность человека силой ума воздействовать на физическую среду. В 80-х годах 20-го столетия Ури Геллер потряс телезрителей США своей способностью сгибать ложки. Стэнфордский университет, тщательно изучив его способности, подтвердил, что Геллер действительно владеет этим мастерством. Сегодня Геллер зарабатывает миллионы долларов, направляя свои экстрасенсорные способности на поиски новых месторождений золота и других минералов. История знает еще одного знаменитого телепата – Вольфа Мессинга. Мессинг был лично знаком со Сталиным, по просьбе которого демонстрировал свои психические способности. Сталин попросил его инсценировать ограбление банка. Силой внушения Мессинг заставил служащего банка выдать ему 100 тысяч рублей, показав ему чистый лист бумаги. Приняв пустой лист за официальный чек, служащий выдал Мессингу всю сумму, и тот, под наблюдением сотрудников НКВД, вышел из банка. Гроссмейстеры-эмигранты Борис Спасский и Виктор Корчной, равно как и Гарри Каспаров, обвиняли СССР в попытках помешать их игре при помощи гипнотизеров. После матча на Филиппинах Корчной жаловался на то, что во время игры чувствовал, как его подвергают постоянному телепатическому воздействию. Во времена Холодной войны СССР и США занимались разработками мощного электромагнитного оружия, способного воздействовать на психику и поведение человека, а также на погодные явления. Председатель КГБ Юрий Андропов надеялся разработать новые виды оружия в борьбе против капиталистического Запада, и на эти цели было выделено около 500 миллионов рублей. Учеными были разработаны специальные психические генераторы, способные влиять на память, мысли и эмоции человека, а также вызывать усталость, депрессию и суицидальные мысли. В 1976 году в СССР существовало 20 секретных лабораторий, занимающихся подобными разработками. По другую сторону земного шара ученые ЦРУ разработали электронные методы стирания человеческой памяти и научились управлять поведением человека с помощью определенных звуков. В ведические времена психическое оружие также было в ходу. Четвертая песня Шримад Бхагаватам повествует о царе Друве, который отправился в район Тибета и вызвал на бой местный народ – якшей. Якши применили против Друвы мистические иллюзии, пытаясь воздействовать на его ум. Но царь противостоял их атаке трансцендентными мантрами. Использование ведическими воинами луков и стрел может показаться примитивным, но зачастую по разрушительной силе стрелы ведических кшатриев не уступали мощи современного ядерного оружия. Лук служил лишь пусковым устройством для стрелы, наделенной энергией специальных мантр. Ведическая литература описывает тонкую науку, позволяющую произвести ядерный взрыв или нейтрализовать его. В то время как для создания современного ядерного оружия требуется сложный процесс, предполагающий использование опасных веществ, для создания ведического ядерного оружия требовались лишь вода и правильно произнесенный звук мантры. Способность владеть мистическими силами в ведической цивилизации поистине беспрецедентна. В Ведах имеется сказание о Соубари Риши, который силой аскезы и звуков мантр смог создать царский дворец, одежду, украшения, сады и вкусную пищу. Женщины также владели мистическими силами. Бхагавата Пурана повествует о служанке царицы Уши по имени Читралекха, которая обладала мистической способностью, называемой на санскрите вихаяса. Это йогическое мастерство позволяет человеку беспрепятственно перемещаться в тонкой среде космического пространства. Путешествуя астральными космическими путями, йогини не только сама во мгновение ока смогла преодолеть тысячи километров, но также перенесла спящего юношу на огромное расстояние, совершенно не потревожив его. Ведические браманы Древней Индии были настолько могущественны, что могли убивать звуком, хотя прибегали к этому крайне редко. Сложные ведические технологии были основаны на психике и силе звука. Правильно произнося ту или иную мантру, человек был способен материализовывать предметы, наделять особой силой оружие и призывать существа с других планет Вселенной. Такие ведические тексты, как Махабхарата, Рамаяна и Пураны, изобилуют описаниями летательных аппаратов, именуемых на санскрите виманы. Веды сообщают, что у каждой космической расы имеются свои типы летательных средств. На планетах грубой материи, таких как Земля, виманы представляют собой механические устройства. А на тонких планетах высших цивилизаций в основе движущей силы виманов лежит тонкая энергия мантр. Вот цитата из Бхагавата Пураны. Воздушный корабль Шалвы являл все новые чудеса. Порой казалось, что по небу летает несколько кораблей, а порой не было видно ни одного. Корабль то становился видимым, то исчезал из поля зрения, и воины династии Яду не могли понять, где он находится. Порой они видели его на земле, а порой высоко в небе. Он то появлялся на вершине горы, то плавал по волнам. Чудесный корабль крутился в небе, как горящая головня, ни на мгновение не задерживаясь на одном месте. В описаниях наблюдений за НЛО можно найти схожие детали, как, например, случай с самолетом ВВС США, который произошел в 1957 году. На протяжении тысячи километров объект сопровождал самолет, мгновенно меняя траекторию, то исчезая, то появляясь. Объект был виден на экранах радаров самолетов и наземной РЛС. Есть немало современных очевидцев, которые говорят, что видели, как НЛО ныряли под воду или выныривали из нее. Сходные описания были обнаружены в древних текстах Махабхараты, где повествуется о том, как Арджуна атаковал космическую станцию демонических существ по имени Дайти. В XVI веке Николай Коперник своей гелиоцентрической моделью строения Вселенной перевернул научную и философскую основу мировоззрения того времени. Сегодня мы стоим на грани другой революции. Человечество задалось вопросом, есть ли жизнь на других планетах. Множество неопровержимых свидетельств контактов с НЛО ставит под сомнение объективность современной науки. Например, в 1947 году в Розуэле, штат Нью-Мексико, произошло падение летающей тарелки. Обломки корабля и трупы инопланетян были втайне собраны военными и перевезены в секретные лаборатории, но от общественности подробности этого случая утаиваются до сих пор. Рассуждая с механистических позиций, современные люди недоумевают, как существа с других планет и звезд могли посещать Землю. Максимально возможная скорость 300 тысяч километров в секунду равна скорости света в вакууме. Даже если космический корабль сумеет развить такую скорость, для того, чтобы умчаться в глубины Вселенной, ему понадобится невероятное количество топлива. Подсчитано, что для осуществления межзвездных перелетов любому кораблю потребуется энергии больше, чем ее вырабатывает все население Земли в течение года. Энергетические затраты в несколько раз превысили бы сумму валового национального продукта США, Европы и Японии вместе взятых. Поэтому, как считают ортодоксы, ни с физической, ни с экономической точки зрения трансгалактические перелеты невозможны, а значит, пришельцы из далеких миров никогда не посещали Землю. Однако веды сообщают, что перемещения во Вселенной имели мало общего с современными научными технологиями. Древние астронавты осуществляли свои перелеты за счет благочестивой кармы, или благодаря мистической йоге. Как правило, для этого требовалась смена физического тела. Пураны сообщают, что формы, приспособленные к жизни на Земле, не могут существовать в атмосфере других планет и измерений. Чтобы попасть в некоторые из сфер Вселенной, человек должен оставить свою грубую телесную оболочку, поскольку обитатели этих миров имеют только тонкие покровы, состоящие из ума, разума и ложного эго. Однако наиболее совершенные йоги были способны совершать подобные путешествия, сохраняя свое тело. Шрила Прабхупада в комментарии к Бхагавата Пуране поясняет: только высокодуховная цивилизация делает возможными межпланетные перелеты в обычном физическом теле. Например, на планете под названием Сиддха-Лока живут существа, в совершенстве владеющие тонкими силами материи. От природы они наделены способностью управлять гравитацией, пространством и временем. В то время как ученые Земли прилагают неимоверные усилия, чтобы добиться скорости звука или света, жители Сиддха-Локи лишь в силу своего рождения на этой планете естественным образом оперируют скоростью ума и разума. Человек не может попасть на эту обетованную землю в своем физическом теле. Тела жителей Сиддха-Локи состоят лишь из тонких оболочек ума и разума.